Меня зовут Посвятович Алиса. Я живу в Беларуси, в городе Слуцке. Занимаюсь в Слуцком центре детского творчества народной изо-студии в Итоке. Педагог Шуванска Наталья. Называется Свято-Николаевский собор. Он был известен с середины XVI века. На службу в собор приходили крестьяне и горожане. Он величаво возвышался над стенами города. Много раз собор повреждали пожар. К XVI веку его перестроили и сделали из красного кирпича. Собор окружен зеленью. Работа выполнена акварельным карандашом.